Новые последствия осеннего половодья. Из-за резкого подъема уровня воды в Волге пришлось остановить работу паромной переправы. Вчера мы рассказывали вам о том, что из-за начавшегося половодья пришлось эвакуировать людей из лагеря «Юный Нижегородец» на Керженце. И вот новые последствия. Паромы на бор ходили еще утром, но к середине дня уровень воды в Волге достиг критической для парома отметки. Переправу пришлось закрыть, а людям пришлось искать другой способ переправиться через реку. Исключения не делали даже для свадебных кортежей. Извините, пожалуйста. Ой, ребят, свадьба. Опоздала свадьба. Пела и плясала. Но долго плясали, долго. А нам на свадьбу надо ехать. Извините. Надеялись? Надеялись и верили, а получается, как всегда. Сейчас пойдем разговаривать. Командир! Ребята, за ящик водки даже не соглашается. Не только за пузырек. Бесполезно все. А как тогда можно что-то сделать? Ничего не сделаем, ребят, только через мост. Все. А почему? Почему здесь заезд плохой, а там еще... В одночасье поднялась водичка-то у нас. С утра не было столько, вы поглядите, прямо на глазах. С утра еще работали. Она сегодня только вот, наверное, на полметра поднялась, если не больше. Побольше, наверное. Вчера тоже с утра начали работать, а вечером... Сегодня уже все? Сегодня уже все. И завтра тоже. И завтра будет все. И каждый день теперь будет все, похоже. Кстати, переправа, по информации управления ГИБДД, будет закрыта до 12 ноября. К этому времени специалисты прогнозируют спад уровня воды в Волге, а также других реках Нижегородской области, где вода местами поднялась до полутора метров.